Всем доброе утро. Свежо. Я вот вышел на улицу, сейчас покажу. Хотел на мотоцикле на работу ехать. Поет зима, аукает. С Новым годом. Так вот, как вот это вот замело диски, что такое, о блин, на сиденье тоже накидал, проехал 5 километров, даже не отвалился снег. Так, осталось. Здесь чуть-чуть еще есть. 11 марта, друзья. Вот, пару лет назад в это время я уже на мотоцикле ездил. А в этом году можно и снег с машины почистить. Романтика. Все вот это вот скидываем. Все, что здесь вот в тени останется, не растает. Все. Красота. Сегодня кофе не на заправке, в Макдональдс. То, что здесь горячее, это уже все знают, да? Что отсудили, аккуратно, фордить айс, осторожно, горячо. Короче, взял сейчас вот, блин, он большой, да, прям, на кафе вот этот вот. Очень, блин, вкусный. Но даже дело не в этом. Дело в том, что мне первый раз вот такой дают стаканчик, смотрите, сахар, там что-то печенька, еще такая вот палочка мешать отдельно, то есть чего такого еще не было ни раз. Ну круто. Так, сахар насыпал, я думал это печенька. Знаете что это? Жареный миндаль. Вкусно. Так, надо сполоснуть машину от соли. Теперь соли реально посыпали вчера. Вот такая вот хрень выглядит. Чуть-чуть ржавчина от диска, соль. Надо это сейчас сполоснуть быстренько. Жетон. Два. Вот
Все одной рукой. Короче, хок-друг. Уйдет, нет? Не. Придется химию сейчас добавлять. Блин. Ладно, первый раз ополоснул, потом пойду еще. Соль такая штука для автомобиля, но никак. Очень плохо надо. Вот эту вот химку надо. Самое главное, вот покрыли, да, там везде. Вот эти вот уголки. Обалдеть. Короче, придется химию обрабатывать. Даже не смог за мало денег смыть, что еще покупать чип. Так. Вот, консервировать надо еще. О, баксом сейчас горячим. Все-таки осталось еще вот это вот. Надо будет помыть. Ладно. Так, в целом чистый. Красота. Привез семью на гору. Вот здесь вот, где мы на мотоцикле собираемся летом, байкеры.
байкер узнает это место, вон Кёторберг. По идее, здесь снег всегда есть, сейчас 500 метров над уровнем моря. Почему-то мы приехали, вот рядом где-то какие-то холмы, больше снега, чем здесь. Но сегодня было утром больше снега, чем вот это вот. Блин, теперь уже приехали, что, 40 минут ехали. Взяли автомобиль один жены. Проехали 10 километров, что-то рулевой бьет. Суппорт нагрелся. В понедельник у меня работы. Во вторник вот так. Заказать запчасти, менять тормозной спереди суппорт. И там уже диски уже не очень. Опять расходы не предвидены, как говорил Матроскин. Вот он такая антенка. Ну, блин, к сожалению, что я хотел посмотреть здесь, чтобы снег был. Не повезло, нет снега. Так пойдем погуляем без снега. Ветер дует, хотя всем прохладненько прям. Ну ладно. Ну да ладно. Прогуляемся так хотя бы вокруг. Что поделаешь? Ну, думали, снег будет. А снега здесь вон. Чуть-чуть совсем. Ну мало, мало. Вроде бы, по идее, больше, как бы, вроде бы как горка большая, получается. Если бы вчера бы вечером, когда у нас снег валил в городе. Если бы он здесь так же валил, здесь бы было. Но здесь, как я вижу, снега не было. Потому что вот там вниз смотришь, где-то местами намного меньше горки. И там весь снег лежит. То есть снег шел частично. Если бы он ночью, говорю, здесь бы был, была бы красота. Тут рядом возле горки снега больше деревьев, чем здесь. Смотрите. Там внизу снег есть. Здесь все. Получается, солнышко сегодня хорошее было, все это растаяло. Пойдем. Вокруг пройдемся. Детишки уже с женой ушли. Здесь вон тарелки какие-то висят. Не понять. Что за тарелки? Я замерзла? Вечернее солнышко наблюдать прямо. Красота. Здесь еще вот такая вот лавочка есть сидеть. Вечернее солнышко смотреть. Че там у тебя? О, сосулькин. Замерзла у тебя тоже такая большая? Что, холодно? Ну вот вы все, залезли, как эти чуньки. Ой, да. Куль, бам. Пошли. Пошли. Вперед. Да, здесь вот этот снег остался тут. Чуть-чуть как бы. Разве это снег? Вечернее солнышко. Пройдем на горке, вот ветерок. Свежо, я сказал. Вот там. Все за вот этих вентиляторов, видите, он электричество вырабатывает. Нашли. Нашли снег. Ну да, мелком как раз много. Приехали на гору, а здесь вот радуемся, последний вот 5 сантиметров. Ура! Смотри, ты ему сейчас этот завалишь, у него он скриптом упал. Все. Шитки газ тут, смотри, стоит бачок. Красота. Мага. Смотри, как он нравится.